Is this a workshop? Yep. So they were making tools and guns, everything here? Nice. Да. Ну тут сложно сказать, кто говорит, кто нет. Это да, извините. Там актеры, там, я так смотрю, американцы многие, да? Ну да. А вы, ребята, здесь живете, работаете? Я американец, я живу. Я из России. Но мы тут как волонтеры. Как волонтеры? Здорово. А родители, так понимаю, русские, да? Да. Мама здесь... Вы смотрели спектакль? Да, смотрел. Мама у меня рочила. Ясно. Ну и как русская культура? Ну, я не знаю, ну, смотри, ты, можно, как зовут тебя? Антон. Я Саша, очень приятно. Очень. Растешь на стыке культуры американской и русской, сам, ну, говоришь, что ты американец. Русская лучше. Русская лучше? Русская лучше. Почему? Потому что, здравствуйте. Все в порядке. Русские дети вырастают неизбалованными. Ага. Американские дети избалованные, да? Ну, смотря какие американцы, если там те, которые нифига целый день не делают, а смотрят футбол, ага. Я считаю, что... Я не знаю, что я считаю. Просто слов нет. Ну, понятно. А со сверстниками, как бы, с американцами, с русскими, дружишь одинаково? А эти ребята, которые сейчас поют, всех... Всех я знаю с 3 лет. Русских, да? Русских, да. Но почти... Ну да, все из России. А американские друзья? Американские друзья, с ними у меня тоже все хорошо. Да? Здорово. Ну, спасибо. Спасибо, что спросили. Послушайте. Да. Ребята, можно я вас сниму, как вы играете? Ну, мы как бы... Чё мы играем? Мы уже все песни сыграли. Опять. Какая хорошо получается, что по камеру? Ну... Он пистолет делает. Не, он реально пистолет делает. Гай, вы можете помочь там убрать столы дальше? Да, я не могу. Да, и найдешь. Так, можете столы помочь убрать? Я тоже что-то что ты делал? И в огне почти не горит мы, охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Синие птицы пропалы след, что на родной природы, где ты говорит по мире нет, я шум дальних стран. Подалась она навсегда, только я земляю прямо, это полная ерунда. Мы прямо это полная ерунда. И птицы не стало меньше, просто в свете последних дней. Что много мужчин и женщин, стали вдруг гонять за ней. Постой, будь осторожней, чтоб свободу свою спасти. Его теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Золотая птица удачи, и
не верят своим рукам. И как же быть иначе, браконьеры тут и там. Подкрадешься, нормально. Это уже навсегда ушла, и то небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Ну, здорово. А вы все русские ребята или нет? Ну, мы здесь живем. Так. Русские американцы? Да. Здорово, вы все по-русски разговариваете? Да. Ну, кто-то родился здесь или нет? Некоторые родились здесь. Да, я же здесь родился. Ну, из нас. Я приехала, когда мне было 6 месяцев. 6 месяцев? Да. И язык все равно знаешь? Да. Ну, класс. Ну, в основном, благодаря родителям. Благодаря родителям русские учите? Ну, не учим, просто знаем. Ну, ясно. Как вам русская культура по сравнению с американской, не знаю? Сильно другая. Сказать мне. У каждой есть свои прелести. Можно так сказать. Что больше нравится, если не секрет? Больше вот здесь, русско-американская культура. Русско-американская? Спасибо. Потому что как бы не там, я вот здесь... Ну, не там, не тут, как бы я здесь не вписываюсь, там тоже уже приезжаю, ну, не вписываюсь. Здесь, а тут все-таки... Здесь у вас своя культура. А здесь как бы, да. Своя атмосфера. Здесь где-то 50 человек. Деревушка небольшая. Да. Классно. Колхоз. Колхоз. Свой колхоз. Ой, классно. Может быть, этот... А какие русские песни знаете? Ну, мы всякие. Второй день уже поем, поэтому... Все, устали. Солдат. Я не умею. Сектор Газа, знаете что-нибудь? Сектор Газа не очень. Пора домой. Пора домой знаю, да. Но на гитаре не знаю. Нет. А этот постой паровоз, не постой, стучите. Постой паровоз знаем. Давайте, может, сыграем. Зачините колеса. Кондуктор на тормоза. Ты. Давай сначала. Помнят, мы ее пели типа 10 минут назад. Это правда? Нет, мы ее пели еще. На тормоза нажался. И песня остановилась. Ну мы уже второй день как бы поем, поэтому уже совсем все в голове перемешалось. Хорошо. Особенно мы здесь сидим весь день, поем. А, ну вот, Света, я присоединился. Окей. Girls, it's still in the oven. We're gonna wait for it. We're gonna wait for it. No, it's in the oven cooking right now. Yeah, it's probably gonna be a bit like maybe 10 minutes. 10 minutes. Okay. Maybe about 10 minutes. Sure. Я маленький родной, соседним приветом, глаза на глаза. Жди меня, мама, хорошего сына. Мой сын не того, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Еще не поздно делать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза.
Класс. Аплодисменты сборные. Да.